Приветствую всех зрителей. Сейчас сниму для вас очень интересное, полезное видео. Итак, приступим сразу к делу. Якобы при обновлении на последнюю версию интерфейса MIUI 11 от компании Xiaomi отсутствует возможность делать запись своих телефонных разговоров. Смотрите, какой мне подписчик оставил комментарий под последним моим видео, который записывал крутые фишки от компании Xiaomi MIUI 11. Вопрос. Смотрите сами. Давайте я вкратце его прочитаю и сейчас буду на него отвечать. То есть, как установить возможность записывать разговоры на Xiaomi при обновлении на MIUI 11. Итак, сейчас буду отвечать вам на этот вопрос. Да, действительно, немножечко там сбилась функция, но нужно небольшие сделать манипуляции, и все будет хорошо. В первую очередь, что делать? Скачивайте приложение. Оно называется Куб IACR. Вы его очень просто скачиваете в Play Market, скачиваете с последним обновлением. Заходите, регистрируйтесь, проходите все эти процедуры. Все, у вас приложение это скачано. Оно у вас будет автоматически включаться, когда вы будете совершать звонок. Давайте представим себе ситуацию, что мне сейчас звонят и что мне нужно сделать для того, чтобы эта запись сохранилась, я смог ее прослушать или воспроизвести в какое-либо другое время. Это мой телефон моей мамы, это мой телефон. Итак, сейчас она мне будет звонить. И как сделать так, чтобы была сразу запись? Вот. Нажимаю. Все, вызов пошел. Сейчас мой телефон будет звонить. Я поднимаю трубку. Вот, связь пошла, но записи нету. И это все из-за обновления. Но достаточно вам выйти на ваш рабочий стол, и запись сразу же пойдет. Смотрите, видите? Это появился флажок от Куб. От нашего приложения, которое записывает разговоры. Теперь запись идет. Все, я могу разговаривать сколько хочу. Потом просмотрю это видео и посмотрите, что в вашем приложении будет эта запись. Допустим, сброс идет. Все, ну поговорили, хватит. Все. Заходим в приложение Куб. Смотрите, последняя моя запись была когда? Очень давно, да? Так, 22 ноября. Сегодня у нас 15 декабря, воскресенье. Вот, запись только что была, да, ну там, с мамой. Заходим и слушаем. И это все из-за обновления. Но достаточно вам выйти на ваш рабочий стол, и запись сразу же пойдет. Смотрите, видите? Ну, тут такое эхо идет, потому что все-таки телефон рядом находился, а он должен находиться дальше. Вот вам ответ на этот вопрос. Как записывать? Очень просто, ребята. Все то же самое. Только когда вам кто-то звонит, вы поднимаете трубку и выходите на свой рабочий стол. Потом появляется флажок приложения, которое записывает разговоры. И все, пошла запись. Единственное, что вам нужно, перейти на рабочий стол и будет запись. И все будет окейно. Ну что ж, я ответил на вопрос подписчика, поэтому, если он посмотрит, если это видео будет ему интересно, ну, в общем-то, если вам тоже это интересно, видео полезно, то, ну, я буду только рад. Если вы тоже подпишетесь на канал, поставите лайкос, оставите свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. И, в общем-то, все на этом. Спасибо всем за внимание, за этот просмотр. Всем удачи, всем пока.